Росстат обнародовал первые итоги всероссийской сельскохозяйственной переписи. В специальном сборнике опубликованы данные, которые касаются количества сельхозпроизводителей и площади сельхозземель в России, в федеральных округах и регионах страны. В нашей области в переписи участвовали 578 крестьянских хозяйств, средняя площадь земли в которых составляет почти 66 гектаров. Для сравнения, 10 лет назад насчитывалось 758 фермеров, а на среднестатистическое хозяйство приходилось около 28 гектаров. В аграрной сфере стало больше индивидуальных предпринимателей, но вместе с тем перепись показала, что сократилось число сельскохозяйственных организаций. Уменьшение количества предприятий наблюдается по всей стране. Вместе с тем увеличилась средняя площадь на одно предприятие. Это закономерно, раз площади остаются, но предприятия уходят. На фоне областей Центрального федерального округа и наших соседей у нас при наименьшем, допустим, наименьшем количестве сельскохозяйственных организаций наблюдается большее число общей площади на одно хозяйство.